Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Анастасия выходит из своего биоробота. Если что-то в биороботе чужеродное находится, копии голограммы, все выходит и становится рядом. Анастасия все в черной сетке. Ну, это ящик, это этот гуманоид. Понятно, хорошо. Кто-то сегодня отхватит. Больше ничего не вышло? Нет, она в сетке. Вот. Как сказать, сетка не сверху наброшена, а снизу. Она как в мешке в ней. Я вижу, она находится как в мешке висит. Да. Мы ее берем вместе с сеткой. Да. И я даю команду, значит, три. Берем Анастасию в защитный скафандр, забираем эту сетку и вместе с тонкой копией Анастасии поднимаемся. В комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо. И я даю команду, значит, три. Эта сетка улетает в клетку тюрьму. Один, два, три. Сила моего намерения. Да будет так. А так и есть. Готово. Отлично. И я даю команду. Приветствую Анастасию. Она готова к диагностике. Доверит нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо. Я даю команду, значит, три. Сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами Анастасии. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Анастасии. Находит все. Но у нее отравление. Вот так вот. Хорошо, отравление. Знаешь, каракатица, которая выпускает такой синий, да, чернила. Да. Вот так же в нее кто-то навыпускал. А мы вытащим их всех. Пусть сканер работает. Гуманоид это. Вот. Этого я и ждал. Хорошо, гуманоид у нас. Дальше. Один канал? Да. Хорошо, я даю команду. Снимаются все маски и голограммы в клетке 1, 2, 3. Все пристают согласно своему эфирному коду ДНК. И от гуманоида выстраивается канал ко всем остальным, другим подселенцам, ответственным за эту энергию, ворованную у Анастасии. Через эту сетку и через гуманоида. 1, 2, 3. Все ответственные остальные притягиваются, связанные энергией по чистоте ДНК, где бы они ни находились в Вселенной. Давай, ящер, приходи. Я не знаю, ящер ли это. Это что-то космическое. Как черный дым какой-то. А снимаются все маски, голограммы. И от этого черного дыма я выстраиваю канал к другим ответственным. Один, два, три. Все, кто присвязан с этой энергией, притягиваются по цепочке и становятся в клетке, в тюрьме. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. А знаешь... Я не вижу полностью тела. Вот низ, как черный дым, а вверх такие, ну, как руки, можно сказать, голова. И это, знаешь, как сказать, вот информация идет, что живя на Земле, да, мы представляем космический
миры и подземные. Подземные — это низковибрационные, мы считаем, то есть демоны, бесы, черти. Но космические — это разные цивилизации. Вот эти черные, то есть Этого космического мира? Да, да, да. То есть да это ты что, вот это да, мы такого еще не видели. Вот это интересно. А что это за сущность? Ну, опиши ее. Ну, я говорю, вот у нее как голова и руки такие, как, ну, как у дерева, я бы сказала. То есть они не руки, и вот пальцы длинные такие, как... Ага. Так, сущность, я тебе предлагаю сейчас выйти из голограммы и предстать передо мной в первозданном виде. Иначе я сожгу эту голограмму и твою защиту. Но он такой, он не выходит. Хорошо. Дальше, но он хочет затянуть, вот как у нас демоны затягивают, да? Угу. Вот он хочет затянуть плеядианскую душу. Да ты что? Влад, а ну просканируй его на наличие защит и сожги их мощнейшим ударом. Подбери частоту. Да, будет так, а так и есть. Он хочет на пледианца напасть. У него нет защиты. Нет защиты. Хорошо, тогда я даю ему удар 150 тысяч герц. Прочувствуй мою любовь к тебе. С сожалением это делаю. Но он как шипит, рычит, что-то такое, какой-то у него хрип. О. Глаза у него зеленые. Может поднять до 250 тысяч герц. Сущность. Кто ты такой? Представься. И что ты здесь делаешь в этом биополе? Ты пришел к осознанному человеку, я тебя сожгу сегодня здесь. Если ты не будешь кооперировать и отвечать на мои вопросы. Итак, кто ты? Вера, считай цифры у него над головой этой сущности. С ногами. Не знаю, как ее назвать. Но вот идет информация, что это космический паразит. Космический паразит. С какой планеты ты пришел? Космический паразит. Миру, Абиру. Нибиру. Опять это Нибиру. Это скопление там планет идет, да? Созвездие, вернее, или что там у вас? Покажи на карте от Солнца, где находится. Смотри, он показывает, но это... То есть в этом скоплении есть определенное место, где они обитают. Хорошо, как вы называетесь? Какое у тебя есть значение? Есть рептилоиды, есть драконы, есть греи, есть арахноиды, спруты, гуманоиды. Ты кто? К какой расе тебя отнести? Такое еще не видел. Он говорит, ну не говорит, а от него идет информация. Не пойму, нижнегалактические твари или межгалактические, что-то такое. Нижние, скорее всего. Нижние галактические. А в какой ты в нашей галактике находишься? У них есть точки, по которым... Они передвигаются, да? Передвигаются. И вот эти маленькие звездочки или что это? То есть это не планеты, это какие-то... места, где они обитают, скопление какое-то, где вот они. Понятно, хорошо. А как ты попал в это биополе? Ну, в данный момент он сетку накинул. Вот эту. То есть нанял гуманоида, грубо говоря. Вот, хорошо. Переходим к гуманоиду. Гуманоид, откуда ты? Сириус. Ловец чего? Он наемник. Наемник. А что ты ловил у нее? Какая у тебя задача была? За что он тебя вместе собрал? Вместе все. Вот он как сетку показывает. То есть он ее поднимал вместе с энергиями. Вместе с энергиями. Хорошо. Кто был ответственный из вас? Плеядианские энергии и души. Да что же вам так плеядианские энергии? Они же вас могут уничтожить, если они в осознанном человеке находятся. Как во мне, например. Вот я тебя сейчас могу плеядианскими энергиями сжечь. Просто. Они для тебя слишком высокие будут.
Зачем вам плеядианские энергии? Но вот он показывает, что они терзают и едят эти души. Терзают и едят. Заставляют вырабатывать энергии. То есть вы их где-то используете, потом... Они их забирают к себе. На планету. Там вы их мучаете, заставляете. Что они там делают, чем занимаются эти души? Энергию они с них выжимают. Понятно. Веселая у нас вселенная. Надо заметить, Вера. И что обещал заплатить тебе вот этот нижний галактическая тварь за эту работу? Золотую энергию. А это что за энергия золотая? Откуда она идет у них? Откуда она у них вообще может быть? Обмен. Как эта энергия называется, золотая энергия? Что это такое, объясни мне? Глобальная. И такая есть энергия? А для чего она, объясни мне? Она и есть глобальная. Хорошо, а вы что, не можете ее просто так получить? Если она глобальная. Давай попробуем. Везде есть обмен энергиями. Просто так ничего не можешь получить. Интересно, я вот попробую. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Хорошо. И я даю тогда команду. В моих руках формируется маленький шарик этой золотой глобальной энергии. 1, 2, 3. Да будет так, а так есть. Она живая. Она живая. Она в моих руках, Вера? Да. Ну, смотри. Гуманоид, что я отдал? Ничего, кроме своего желания получить эту энергию. Я никого не пытал, никому не давал никаких болей. Он говорит, что ты не понимаешь. Визуализация и намерение играют огромную роль. Объясни. А оно не у всех есть, цивилизации. Поэтому приходится работать с вашим намерением и визуализацией. Понятно. То есть так ты не можешь в своих руках эту энергию себе заполучить, да? У меня нет внутри то, что есть у вас. Все, что мне надо, это добывать. Но у тебя есть то, что у нас нет. У тебя есть эти техногенные, у вашей цивилизации очень серьезные разработки. Вы очень продвинулись, так что до вас даже ящеры и все остальные цивилизации нанимают. С чем это связано, гуманоид, мне интересно? Тем, что мы делаем черную работу. Хорошо. И нарушаем законы. И что это тебе дает? Ты не хочешь никогда не стать светлой душой? Ты не можешь стать и жить в радости, дарить любовь и получать любовь и любую энергию? Абсолютно. Я не знаю, что это. Понятно. Хорошо. Это был риторический вопрос. Давайте тогда сделаем так сейчас. Я не знаю степень вашей ответственности, это не мне будет устанавливать, не мне решать. Я приглашу того, кто может это сделать. А сейчас мы сделаем реверс энергии и заберем все, что вы у нее забрали. Вернее, отдадим вам всю темную энергию, заберем все светлые энергии. После этого я провожу проверку. Вы вытаскиваете или я сам все вытащу, и потом будем разбираться дальше, как с этой ситуацией все-таки непонятно решать, потому что это ненормально. Это ненормально воровать души плеядианцев и мучить их. Я не знаю, мне бы, конечно, интересно было услышать мнение моего друга Амира. Амир, выйди, пожалуйста, на связь. Он приветствует тебя, он рядом. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я хотел тебя... Мне немножко так озадачила одна ситуация. Мы сейчас у нас пледианка и две сущности. Одна какая-то нижняя галактическая тварь, мы таких не видели, еще и один гуманоид Сириуса. И вот они мне рассказали такую печальную историю, что эти души, потом, которые воруются на Земле, пледианцев, они потом на каких-то планетах мучаются. И этой энергией издевательства над душами пледианцами они потом питаются. Ты можешь мне как-то объяснить эту ситуацию? Потому что я не знаю, как мне поступать сейчас. С одной стороны, у меня глубокое возмущение, но есть и законы. Поступать по закону, вызываешь ли она. Хорошо.
Она решит. Она работает с ними дальше. А по поводу того, что кто-то ворует души, так это глобальный космос. Здесь все есть и все происходит. Да. Не только на Земле подвержены, но и в космосе. Единственное, мы осознаем, кто мы, и можем защищаться. Хорошо, Амир. Для землян это трудно. Это трудно, конечно. Амир, передо мной пледиянка, я не знаю, насколько она осознанная. Это не мне решать, это ты можешь наверняка видеть. Ты знаешь Анастасию, да? Я приветствую Анастасию. Она тебя, надеюсь, тоже. И я хотел тебя спросить, можем ли мы что-то сделать ей в плане защиты плеяд? Или она до этой ступени пока еще не дошла? Какой ей можно дать совет? У нее проблемы сейчас со здоровьем, у нее судороги начались, у нее очень странное тонкое тело, вместо ног мы видим какие-то кости. Это связано, мы вытаскивали недавно из нее интерферентов, я просто пытаюсь узнать, существует ли возможность с помощью плеяд как-то эти раны залечить. Все, что мы можем сделать, это дать энергию плеяд, она должна научиться распределять ее и защищаться ей, и напитываться. Хорошо, Амир, объясни, пожалуйста. Давай, может, сейчас прямо и сделаем. Нет. Скажи ему. Вы должны убрать яд с нее. Конечно, хорошо. Ты и побудешь? Все это может делать ее куратор. И все это может сделать ее куратор, который тоже сплият. Благодарю тебя, мой дорогой друг. Я, конечно же, забыл об этом. Очень рад тебя снова слышать. Мы тогда свяжемся с тобой в ближайшее время, да? Мы на связи. На связи. Всего доброго. Отключайся, Верочка. Все, я здесь все тогда понял. Давай, поехали. Мы сейчас должны все сделать сначала реверс энергии, а потом вытащить весь этот яд, и после этого мы уже будем у куратора спрашивать об активации энергии плеяд, если она, конечно, готова. И я даю команду тонкой копии Анастасии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродной по отношению к Анастасии, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Она даже кашляет. Хорошо, я спрашиваю у присутствующих в клетке, кто был ответственен за судороги в ее биополе, в ее теле, на физическом уровне? Яд и сетка. Яд и сетка, понятно, хорошо. Готово. Хорошо, и устанавливается фильтр золотой сеточкой в порядке реверса. Анастасия забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анастасия себе обратно. Усилим потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Так, мы закончили. Я сейчас даю команду, включая внутренний белый. Подожди, давай я заполню ее энергиями. Сколько у нее энергии? Сколько надо энергии и какая частота вибрации? 320 и 27. И я даю команду на счет 3 в макушку головы Анастасии. Начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. По 320% каждый поток. Частота вибрации поднимаем до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И я включаю Анастасии внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Анастасия начинает выдавливать из своего биополя весь яд. Все, что осталось на частоте этих сущностей, находящихся в клетке. 1, 2, 3. Все приборы, все установки, все необнаруженное, все выходит. Остается 100% энергии Анастасии. И останавливается, когда она мотает все, что вышло из организма Анастасии. Готово. Отлично. Что у нас там, Вера? Ну, небольшая серость, остатки вышли. Хорошо. Этот весь яд вышел, да? Все, что было? Но она вернула им.
А, она вернула. Хорошо, открывается. Сейчас под остатки вышли. Под этими остатками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И они улетают в галактическое ядро, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Я даю команду Анастасии на счет 3 произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Готово. Хорошо. Я еще сейчас хочу проверить, выстраивая к сетке от Анастасии канал. 1, 2, 3. И если там остались еще частички ее души, ее энергия, все это, сила моего намерения, притягивается к Анастасии назад. 1, 2, 3. Пошла энергия назад. Своя, светлая, по праву, забираем все свое. Готово. Что у нас там, Вера, вышла? Свет вышел какой-то. Свет вышел, отлично, хорошо, все. Мы здесь закончили. Все, значит, тогда можно вызывать Ли. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Ли, у нас сегодня какая-то интересная такая сущность, нижняя галактическая тварь, я не знаю. И один гуманоид из Сириуса пытались душу Плеядианки в рабство утащить, по собственным словам. Посмотри, пожалуйста. Она говорит, что мы называем их импланты. Импланты. И что это означает у вас? Название. Этих сущностей, да. Импланты. Хорошо, он сказал, он с Нибиру. Это, насколько я понимаю, где-то за Солнцем должно находиться. Там какое-то скопление. У нас на Земле думают ошибочно, что это одна планета какая-то. Не надо осуждать всю Нибиру. Есть определенные точки, где проживают эти импланты. Перемещаются. Вот он мне то же самое сказал, что они живут в каких-то точках и перемещаются по ним. Я не говорю, что все, безусловно, плохие. Наверняка там есть намного развитие. Мы заберем всех. Хорошо, благодарю тебя, Ли. Импланты. Пока мы хороших с Нибиру не встречали, я не знаю, Вера. Может, они... И хороших рептов мы не встречали, и драконов хороших не встречали. Что-то нам одни паразиты попадаются. Но они забрали все. Хорошо. Что у нас там в клетке осталось? Все забрали они. Хорошо. Я приглашаю в комнату к нам Ладана, куратора Анастасии. Пожалуйста, Ладан, приди к нам. Да, он здесь. Приветствую, Ладан. Давно не виделись. Да, я всех приветствую. Замечательно. Ладно, мы только что опять Анастасию чистили, но здесь действительно тяжелый случай был. Такие высоковибрационные космические паразиты, как импланты и гуманоид Сириуса, который пытался там ее еще плеядианскую душу украсть. У нее судороги были, и у нее какие-то вот эти вот проблемы с судорогами. Объясни, пожалуйста, что мы сейчас, в чем причина и что мы можем сделать? Можем ли мы помочь ее, может нам поднять ее в клинику к Архангелу Рафаилу, спросить, сможем ли мы там что-то сделать, или это мы можем сами устранить? Ну, он советует сделать запрос. Все, что он может дать, это энергии Плеяд, которыми она пока не умеет управлять. Какой запрос мне надо сделать? К Архангелу? Клинику. А, в клинику. Хорошо, так и сделано, наверное. Я прошу, сейчас делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Рафаила выйти со мной на связь. На связь. Приветствуем вас, дорогой Архангел Рафаил. У нас здесь такой случай, нужна, возможно, ваша... помощь или оценка. У человека проблемы с судорогами и проблемы с ногами. В чем причина, ни один врач не может, в принципе, понять. Можем ли мы что-то сделать? Посмотрите, пожалуйста. Он как дорогу делает, говорит, поднимается. Хорошо, Верочка, давай. Берем сейчас Анастасию, бери ее. И вместе с Анастасией и со мной на счет 3 по этой дороге поднимаемся в клинику к Архангелу Рафаилу на счет 3. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы здесь. Хорошо. Ну, такой визуальный стол, над которым сканер определенный. Значит, он говорит, что не надо накачивать энергиями. За энергиями Плеяд ничего не видно.
Понятно, трудно хорошо. работать. Мы не накачали ей энергии плеяд, мы просто ее заправили энергиями после чистки сегодня. Для диагностики, он говорит, трудно работать. Понятно. Он когда сканером проводит вот этим своим тело ее, у нее внутри такие очень маленькие, как головастики, микробы. Да ты что? Которые все живут в физическом теле и идут вразрез с ее энергиями. Откуда же они взялись? Такая цивилизация. Микробы есть во всех организмах. Понятно. Значит, их надо... очень много. Это определенные бактерии, которые присущи физическому телу. Да, мы состоим из бактерий, я в курсе. Значит, ей надо тогда физическое тело как-то на физическом уровне что-то еще сделать. Может, очистить организм от этих бактерий, или мы можем это сделать здесь, я не знаю. Ага, он выставляет программу какую-то. Вообще, это не он делает, а тот, кого он привел. И он выставляет программу, как такие ультрафиолетовый луч идет. Сканер, в общем, он как такой полоской над ней сканирует от головы до ног и назад. Вижу. И он выставляет такое как фиолетовое, какая-то, даже сине-фиолетовая, я бы сказала, какая-то энергия. Ну, это очищающая энергия, она очищает. Она, знаешь, что делает? Она усыпляет эти бактерии. Ух ты! Вот сейчас пошел этот сканер снова к голове. И эти бактерии, они перестают шевелиться, то есть он их как замораживает, усыпляет. Вот сканер, он идет до головы, потом назад, и они сперва замерли, а сейчас как пустые становятся. Все понятно. То есть оболочка у них есть еще. А содержания уже нету. Они воздействовали на внутреннее, то, что внутри было. А это безобидное осталось. Коконы практически, их не одежка. Ну вот он доходит опять. То есть он сделал уже, как сказать, два круга, да? Ну, три. Да. Первый он просканировал, потом вот он пошел их как усыпил, потом исчезло внутри, как оболочка осталась. Следующий круг он делает, они исчезают. То есть исчезает оболочка. Вот это сканер, Вера. И он говорит, что ей надо смотреть на физическом уровне, после чего у нее появляется. Чем-то ага. Она питает организм. После этого не активируется. Благодарю вас. Все это обязательно передадим. Мы спросим у куратора. Он наверняка лучше знает, что там она не то ест, что у нее вызывает такие реакции. Это не обязательно еда. Это могут быть и определенные эмоции. Оу, я об этом даже не подумал. Это она должна сама. Она знает наверняка. Ну как, просчитать, что ли? Задуматься. Хорошо, благодарю вас сердечно за эту помощь. Примите нашу искреннюю энергию благодарности. Готова, сейчас она чистая. Отлично. Благодарим вас, Архангел Рафаил, помощники Архангела Рафаила. Посылаем этому месту нашу искреннюю энергию благодарности и любви. Мы можем уходить? Да, вы можете забирать ее и активировать энергию плеяд, которая защитит ее на некоторое время. Хорошо, все сделаем. Благодарим вас сердечно, Верочка. Забираем Анастасию. И вместе с Анастасией по этому пути, который нам указали, возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3, полетели. Мы на месте. Хорошо, мы на месте. Куратор у нас там стоит. Мы все сделали. Убрали каких-то сущностей сейчас. И нам нужно сейчас ей еще активировать энергии плеяд. Просим куратора активировать ему. И Анастасия, энергии плеяд. Но Анастасия, она у нас в каком-то состоянии еще такой меланхолии, какой-то нирваны. А почему? От энергии, которую она наверху получила.
А, ну это да, конечно. Там шок можно получить от этих высоких энергий, вибраций, если первый раз поднимаешься. А ладно, что делать? приветствует ее, ну и обращает ее внимание на себя. Она улыбается, но она его приветствует. Они телепатически общаются, и потом у него из третьего глаза выходят энергии, плеяд, и он ей передает их, как активируя их. То есть они не за руки держатся, а они... Он Нет. через третий глаз. Интересно очень. Да. То есть он говорит, что это особенности каждой души. То есть, ну и, соответственно, даже не особенность души, а особенность того, где пребывает душа. Насколько она может принять энергии, каким путем. Ну, вот Анастасия выбрала путь телепатии через третий глаз. Замечательно. Надо работать, развивать. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Как вы себя чувствуете, Анастасия? Вы были сегодня... Она говорит, что я счастлива. Вы были сегодня в клинике у Архангела Рафаила. Мы все сделали. Она говорит, что это незабываемые чувства. Это даже не эмоция, а чистота, которая... Там присутствует, да, это верно. План какой-то показывает, вот что она настолько в чистоте побывала, в какой-то ее наполнила это радостью, счастьем. То есть там, где нет абсолютно негатива, боли. И она хочет в этом остаться, наполненная счастьем и радостью. Держите эти энергии, вибрации, контролируйте свои мысли. Сделайте выводы из этого всего сеанса, прислушайтесь к словам Ладана, вашего куратора, и все это перед вами откроется. Она благодарит и говорит, что будет наблюдать себя. Конечно, хорошо. Ладан, дорогой, мы все сделали, или еще что-то мы можем сделать? Он говорит, что она может активировать третий глаз у себя и... Но визуализировать энергии внутрь себя, то есть как активировать их и распределять по всему телу так, как ей нужно. Она сама может это сделать, да? Да. Замечательно, хорошо. Значит, мы все сделали. Благодарю за помощь сегодняшнюю. Очень рады были встрече, Верочка. Большая корзина для Ладана с нашими самыми вкусными ягодами появляется. И его друзей. Примите, пожалуйста, уважаемый. Ладан, мы всегда рады встрече с вами. Передай, пожалуйста, ему. Вместе с нашей искренней энергией благодарности. Мы очень рады встрече. Благодарит за подарок. Я говорю, я не прощаюсь, я говорю, до скорых встреч. Всегда на связи. Отлично. Рассинхронизируйся, Верочка. Будем возвращать. И для усвоения вибрации энергии возвращаем тонкую копию Анастасии в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от Анастасии и перемещайся в комнату диагностики. Я на месте.